марафона, когда я приехал, начал жить в храме, мы поехали, у нас был выезд, мы выезжали с преданными в Киев, и после месяца активной проповеди мы вернулись, и мы были в ином состоянии сознания, это было такое глубокое погружение в проповедь, интенсивно это было и физически нелегко было, и внутренне нужна была большая концентрация. Мы приехали такие очень вдохновленные, мы подошли к Рамару и начали делиться впечатлениями, осознаниями. И одно из первых пожеланий было от старших преданных, это от Рамару Прабу было, и не только, и от других преданных, нам желали, чтобы марафон никогда не заканчивался, чтобы он всегда был у нас в течение всего года. Поэтому я вас всех поздравляю с окончанием марафона Шрилы Прабхупады 2016 года и с началом марафона 2017 года. Он уже начался, уже 8-й день сегодня. А декабрь месяц – это как кульминация, такая финишная прямая, где нужно сделать рывок. И Шрила Прабхупада, он всегда жил в настроении марафона. Мы в этом году с преданными выезжали, у нас была небольшая группа во Львове, мы распространяли книги. И каждый раз, когда мы ехали из квартиры, в которой мы жили, в центр города, для проповеди, мы читали Прабхупада Лиламриту. И мы начали читать с самого начала, и как раз быстрые, молодые года Шрилы Прабхупады мы быстро пошли. И самое интересное было читать то, как сам Шрила Прабхупада проповедовал. Как он приехал в Америку, и он говорил о том, что его надежда и вера, она упиралась на книги, которые он привез с собой. Это были первые песни Шримад-Бхагавата, первая песня, трехтомник Шримад-Бхагавата. У него было 300 комплектов, либо 200 комплектов таких. И он был уверен, что все будет хорошо, поскольку он знал, что с ним есть книги. Книги, которые прославляют Кришну. Это записанный киртан. А киртан, прославление Господа, является юга-дхармой. Юга-дхарма – это метод духовного совершенствования в наше время, в Кали-югу. И Шрила Прабхупада приехал, в нем не было ничего, кроме книг. У него не было ни связи, ни знакомства в Америке. У него не было ни здоровья, по сути, это был уже человек, которому 70 лет было. Но у него была вера. Вера в Писание, вера в наставление духовного учителя, вера в Святое Имя. И он начинал проповедовать. Он первый год, который жил в Америке, он жил просто на, практически на пожертвования, которые собирал с продажи этих книг. И когда через небольшое время появился первый храм в Нью-Йорке, ученики первые, они описывают о том, в каком ритме жил Шрила Прабхупада. Он говорил, мы видели, что это пожилой человек, который приехал один, но в его глазах мы всегда видели свежую, молодую энергию. Мы не могли сопоставить это с тем, что мы видим физическими глазами, и то, как, что мы ощущали, когда мы соприкасались с ним сердцами. Он говорит, и у него был такой режим, что мы, молодые, не успевали за ним. Мы еле-еле успевали вот в ритме желания служить и отдавать себя, посвящать себя служению Кришне. Их это очень сильно воодушевляло. И это воодушевление, оно доходит до нас. Для тех, кто изучает книги Шрилы Прабхупады, кто изучает его жизнь, его историю, он тоже сидеть спокойно не может. Почему так происходило, что двигало Шрила Прабхупада? И Шрила Прабхупада двигала несколько, скажем, у него было мотивов, целей, внутренних осознаний. Это одно из них – это наставление духовного учителя. Шрила Прабхупада поставил наставление духовного учителя в центр своей жизни. И все, что он делал, он связывал это с наставлениями духовного учителя. Он отправился в Америку по наставлению духовного учителя. Он переводил и писал книги по наставлению духовного учителя. И всю свою жизнь он осуществлял вокруг наставления духовного учителя. Но духовный учитель ему сказал, как только у тебя появятся деньги, ты печатай книги и распространяй по всему миру.
Его духовным учителем, что двигало духовным учителем, его духовным учителем, двигало сострадание ко всем людям, ко всем живым существам этого мира, вот к каждому из вас, ко мне тоже. Шрила Прабхупада поехал в Америку для того, чтобы дать людям счастье, счастье не внешнее, не материальное счастье. В наше время большинство людей живут таким образом, что их сознание распыляется на внешние какие-то вещи. Но счастье, оно в сердце, оно внутри нас, в взаимоотношениях с Богом. И это счастье, оно дает очень высокий вкус, очень иное восприятие себя, мира, жизненных принципов, приоритетов. И когда человек соприкасается с иным счастьем, с духовным счастьем, счастьем от общения с Богом, то, смотря на всех остальных людей и живых существ, которые не испытывают этого счастья, такие люди, они не могут спокойно сидеть. Они не могут, потому что они чувствуют как счастье других, так и страдания. Они видят, что поскольку у них нет этого духовного счастья, они ощущают их страдания. И сострадание – это тоже еще один из мотивов, который двигал Шрилу Прабхупадой. Он поехал спасать от несчастья, помогать, жертвовать своей жизнью. Он пожертвовал своей жизнью. Он просто еще даже не добравшись до Америки, он прошел через морскую болезнь в таком возрасте. Это ужасная болезнь. Два сердечных приступа у него было. Он мог умереть, он даже мог не доехать до Америки, по сути. И тогда мы тут вообще бы сейчас и не сидели. И неизвестно, что было бы с миром, если бы он не приехал, не сделал бы этот огромный вклад, не дал бы этот огромный толчок духовной энергии, который сейчас продолжает вокруг планеты Земли, он обходит эта духовная волна. И еще буквально, может быть, 10 лет назад, 20 лет назад, люди не знали о том, что такое карма, что такое йога, медитация. Это очень далекие были определения, может быть, кто-то и слышал об этом, но мало кто представлял. Но сейчас преданные, распространяя книги и знакомясь с людьми на улице, подходят, они говорят пару слов о себе и просто задают первый вопрос. А мы вот изучаем, может быть, слышали такие темы: карма, йога, медитация, реинкарнация. И 90%, 99% людей говорят: да, да, конечно, знаем. Для них это уже очень естественно. Один журналист, который не является даже преданным, он написал статью в американском журнале, американец, о том, и она называлась «Все мы немного кришнаиты». Сейчас все больше и больше становится популярным тема вегетарианства. Вот в западных странах это все больше и больше начинает развиваться, и Адипуруша Прабху приезжал, он часто бывает в Европе, он говорит: год один всего прошел, и я говорю, в каждый магазин захожу, я вижу уже продукты, которые маркируются, у них становится, их маркируют вегетарианские продукты, либо нет, там, веганские, либо нет. Все больше и больше кафе начинают вегетарианских открываться в Европе. И это к нам тоже приходит, уже очень часто встречается вегетарианцы. Многие знают, что мы живем не одну жизнь. И это очень такой сильный скачок в сознании. Осознавать, что мы живем не одну жизнь, это все, это уже практически сознание Кришны. Единственное осталось понять, если я живу не одну жизнь и постоянно здесь кувыркаюсь в этом мире, то зачем это все? И человеку осталось понять только одну вещь, что раз я здесь нахожусь, и я не тело, я как бы вечен, я душа, понять, что мое истинное счастье будет связано, проявится в моей жизни тогда, когда я себя вечного, как душа, свяжу с источником вечного счастья, вечной любви. И в этом смысл жизни. То есть связать свою жизнь с Кришной, с Богом связать. И Шрила Прабхупада, он отправился в Америку, он показал своей жизнью пример того, как можно прожить счастливо, и счастливо не сам с собой, но счастливо, отделяясь счастьем со всем миром, с людьми. И Шрила Прабхупада также дал метод того, как это делать.
И этот метод у нас в нашем обществе, в международном обществе сознания Кришны, называется санкиртана. Это слово санкиртана имеет много значений, но в исконе в нашем обществе сразу часто подразумевается под этим словом это распространение книг. А киртан — это прославление Господа, санкиртана — это совместное прославление Господа. И преданные вместе, совместно они объединяются и распространяют книги. Потому что каждая книга Шрилы Прабхупады — это прославление Господа. И каждый человек, который начинает прикладывать усилия для того, чтобы поучаствовать в этом процессе, он начинает соприкасаться, ему дается возможность почувствовать то, что чувствовал Шрила Прабхупада, когда он жил. Как он воспринимал мир людей. Он начинает соприкасаться с сознанием Шрилы Прабхупады, сознанием Бхактисиддханты Сарасвати Такура, сознанием всей Гуру Парампары. Шрила Прабхупада все вложил в книги. И человек, когда берет и пытается распространить книги, донести их другим людям, он соприкасается с этой энергией, с иным уровнем восприятия мира. И Шрила Прабхупада, я сейчас зачитаю несколько предложений, Шримад Бхагаватам, 4-я песня, Прабхупада говорит, что человек, сознающий Кришну, тот, кто почувствовал иную энергию, иное счастье. Каждый из вас наверняка почему-то сюда приходит, кто-то уже десятилетиями приходит, им движет этот вкус, вкус сознания Кришны. И человек, который получил этот вкус, сознающий Кришну, на своем уровне, по крайней мере, он постоянно думает о том, как вернуть страждущее человечество домой, обратно к Богу. И если ему и не удается привести к Богу все падшие души, то, по крайней мере, его сознание Кришны открывает путь на Вайкунху ему самому. Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто просто пытается дать сознание Кришны другим, это и есть уже сознание Кришны. Когда мы пытаемся дать в том либо ином виде, в данном случае марафон Шрилы Прабхупады, мы выражаем свою благодарность Шриле Прабхупаде за тот вклад, который он сделал миру, каждому из нас. Поменял нас, он дал нам другое сознание, философию, дал другое общество, научил нас правильно даже питаться, спать, просыпаться, одеваться. Шрила Прабхупада очень многое нам дал. И мы как можем его отблагодарить? Он сам об этом говорил, что вы можете меня отблагодарить только тем, что вы будете давать то же самое другим. И это удивительно, и преданные это делают абсолютно разнообразными методами. И у нас здесь в Днепропетровске преданные проводили харинамы, выходили на улицу. И это осуществлялось по всей Украине, это осуществлялось по всему миру. Этот марафон, он был юбилейный, также он посвящался 50-летию основания нашего общества и 120-летию с дня явления Шрилы Прабхупады. И хотелось тоже сказать о том, мы были, проезжали через Киев, и мы видели, как в Киеве преданные объединялись, и каждый марафон, и по сути даже не каждый марафон, поскольку марафон декабрьский — это только завершение уже годового марафона. Еще раз напомню, что Шрила Прабхупада, он всегда жил, всю жизнь он жил в этом настроении, как дать сознание Кришны людям, как поделиться, он постоянно в таком интенсиве жил. И преданные в Киеве, они марафон используют как повод еще для одной возможности объединиться, стать дружнее по отношению друг к другу. И в Киеве есть очень много духовных групп общения, намахат, в которых они встречаются, они развивают отношения. И они в этом году, как и в предыдущие годы, объединялись вместе и разными-разными способами распространяли книги. Вот одна из ярких картин того, как можно распространить книги, показывает уже не первый год намахата Махачандры Прабху.
преданные объединяются, и они через интернет, еще какими-то способами, через знакомых, собирают пожертвования с людей, от преданных, и не, даже не только от преданных, просто от мирских людей собирают пожертвования на выкуп духовных книг. И потом они эти книги распространяют по библиотекам, университетам. Просто они приходят в библиотеки и передают бесплатно эти книги в библиотеки, в университеты даже. И таким образом они распространяют довольно-таки много книг. И в этом году на Махачандре Прабу, ну, у них групповой результат. Этот групповой результат занял второе место по Украине, по всей Украине. То есть очень-очень много разных методов, способов, может быть, того, как донести сознание Кришны для людей. И тем самым, таким же образом мы помогаем себе в том, чтобы развивать свое сознание Кришны, наши индивидуальные отношения с Кришной. Кришна говорит Бхагавад-гите о том, как, кто является самым дорогим для него. Он говорит, начаться с малого шишу, каштин мэ при критама. Говорит, тот, кто открывает, Кришна в Бхагавад-гите говорит, что тот, кто открывает эту науку, науку Бхагавад-гиты, моего учения, моим преданным, является самым дорогим для меня. Кришна так говорит в Бхагавад-гите, открывает науку моим преданным, науку сознания Кришны. Но Шрила Прабхупада, он не один раз, а множество раз он возвращается, и он еще милостивый. Он говорит, на самом деле, тот, кто открывает эту науку всему миру, является самым дорогим. И он говорит, самое лучшее, что мы можем сделать для Кришны, это давать знания о Кришне людям. И все наше движение, оно именно для этого создано. И мы приходим в храм, кто-то живет в храме, а кто-то создает храм у себя дома. И мы это осуществляем для чего? Для того, чтобы воплотить реальность, описанную Шрилой Прабхупадой в книгах, воплотить эту реальность там, где мы находимся, в частности, в нашем храме. Это дом каждого из вас. Этот храм не принадлежит тем, кто здесь живет, ну, кроме Господа. Так, Господь, мы приходим сюда для того, чтобы воплотить этот духовный мир здесь, через дух служения, через взаимопомощь, через желание прийти и что-то сделать. И когда человек приходит в храм и что-то хочет просто бескорыстно сделать, порадовать Кришну, порадовать преданных, что, может быть, в мелочах кто-то раскатает коврик, а кто-то потом его скатает перед киртаном. Преданные участвуют в раздаче просада, в приготовлении сейчас приготавливают просад. Кто-то с утра, еще в 3 утра уже что-то делает в пуджарской комнате, готовится к служению в алтаре. И каждый вид этого служения, кто-то моет посуду до приготовления, после, во время, чистит овощи. Множество служений есть, они никогда не заканчиваются. И когда человек начинает участвовать в этом, он чувствует внутренние какие-то перемены в своем сердце, начинает ощущать иной вкус счастья, наполненности. И оно ничем не ограничено. Это счастье, которое человек начинает испытывать, оно не ограничено. Почему? Потому что служение, оно никогда не закончится. И не нужно для этого дополнительных финансовых затрат. Просто нужно желание и осознание, понимание этого. И вот преданные приходят из года в год, и они что-то делают, вкладывают. Что-то даже небольшое, незначительное. Кто-то много вкладывает. И наполняясь этим вкусом, этим внутренней радостью, человек, когда начинает, такой преданный начинает разговаривать с людьми, со знакомыми, либо незнакомыми, он передает этот вкус и всю суть того, что описано в книгах Шрилы Прабхупады. И когда мы начинаем участвовать в этом, то это наполнение, оно просто начинает раскручиваться, и человек уже спокойно сидеть не может. И сегодня мы будем делиться как раз историями того, что происходит с преданными на улице. Ну, в принципе, не обязательно на улице, в проповеди, в распространении книг Шрилы Прабхупады. Как это было, как это проходило у них. Мы сейчас
Перейдем, я скажу, попрошу Егешуру Прабу подготовиться. Через несколько минут Егешур Прабу начнет рассказывать, делиться своими историями, реализациями. И скажу еще одну аналогию, которую говорит Гопал Кришна Госвами Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, который посвятил всю свою жизнь служению Шрилы Прабхупаде и проповеди, в частности, распространению книг. Это уже очень пожилой человек, которого, я не знаю, сколько уже, 70, наверное, кто знает, 72. Будет 72 года. И в это время очень часто мы видим, что старики, они уже отходят от дел, но он все больше и больше себя посвящает служению. И таким образом показывает Аджата также каждому из нас пример того, в чем высший смысл жизни, каким образом нам испытать истинное счастье. То есть посвящая себя, всю свою жизнь служению. Опять же, пусть даже это будет незначительное служение, но всю свою жизнь. И вот смотря на этих людей, мы видим, что это невозможно просто жить таким образом и столько делать, просто опираясь на какие-то физические, материальные принципы. Мы можем увидеть, что ими движет иная энергия. Они все так же строги в своей духовной практике, в своей садхане. Тут молодые иногда приходят, преданные, и они не могут себя от пола оторвать с утра, встать на 4 часа в Мангаларе. А они в таком возрасте делают такие подвиги. И он говорит о том, что санкиртана, распространение книг, и вообще весь духовный путь, это подобно трассе. Есть скоростная трасса, и на этой трассе есть полосы. Мы знаем, что те, кто водят, они знают, что крайняя левая полоса, в нашей стране, по крайней мере, это самая скоростная дорога, там по центру едут такие со средней скоростью. Те, кто еще чуть помедленнее, там, иногда грузовики, трактора, велосипедисты, они на крайней правой полосе ездят. И Гопал Кришна Госвами Махарадж говорит, что распространение книг, участие, то или иное участие в распространении книг, потому что преданные также по-разному участвуют. Кто-то берет книги, выходит на улицу, знакомится с людьми, распространяет их. Кто-то готовит просад для этих распространителей, чтобы они могли кушать их. Кто-то дает какие-то пожертвования на то, чтобы оживить книги и можно было больше книг распространить. Кто-то подвозит книги, кто-то подвозит просад и так далее и тому подобное. Мы были во Львове, нам просто молодой преданный, у него молодой ребенок. Буквально несколько месяцев. И он просто отдает преданным на целый месяц свою трехкомнатную, только-только со сделанным новым ремонтом квартиру. Говорит, пользуйтесь. Он говорит, он сделал ремонт еще, если не ошибаюсь, до картики. И он еще так и не заехал, потому что на картику приехали туда преданные из Киева тоже распространение книги, и он им дал. Картика закончилась, он не успел заехать, тут мы приехали. Вот, то есть преданные участвуют по-разному. И Гопал Кришна Госвами Махарадж говорит, тот, кто участвует в санкиртане, в распространении книг, это крайняя левая скоростная полоса. Дорога приводит в одну цель. Но вот скорость развития и достижения этой цели может быть разная. И о том, как это осуществляется в реале, мы сейчас начнем слушать. Егешура Прабху продолжит. Я расскажу одну историю. Начну. После Егешура Прабху Сиддханта Прабху. Подготовитесь. Историю, которую я слышал в Киеве от Дживы Госвами, тоже такой молодой ветеран санкиртана, уже около 20 лет, наверное, практикует, распространяет книги, чат также. И это было, если не ошибаюсь, в Мариуполе у него. Он
шел, увидел двух девушек, очень веселые такие, на позитиве девушки были. И он к ним обратился, начал с ними разговаривать. И они такие: «О, так вы кришнаиты». Он говорит: «Ну да, кришнаиты». И он говорит: «Ну, мы тут книги вот распространяем о развитии, о совершенствовании». Они: «Да, мы так развитые, мы совершенные, мы так совершенствуемся. А вы кришнаиты — это те, которые вот это ходят и руки поднимают, поют Харе Кришна, Харе Кришна», и такие смеются, улыбаются. Он говорит: «Да, да, это мы кришнаиты, такие мы есть». Он говорит: «Ну вы какие-то странноватые люди», они ему говорят. Он: «Ну да, есть немножко, немного странноватые». «Да не, не, мы не хотим быть такими, да, Людка, не хотим же». «Не, не, нам такое не надо. Не надо нам ваши книги, не надо». Ну и он думает, что хоть какое-то такое доброе впечатление оставить после себя. Он достает календарики, классические календарики, знаете, там где матушка Яшода из Кришны, похоже очень на Иисуса с Божьей Матерью, да? И он дарит в каждой из них по календарику, и они такие смотрят, и они просто были обворожены этой красотой. Они такие посмотрели, посмотрели на календарик, посмотрели друг на друга. И слушай, Люд, а может это наша судьба? Мы же с тобой тоже хотим быть счастливыми. Ну да, хотим. Слушайте, давайте мы книгу у вас возьмем. И они скинули, собрали и взяли книгу. И я нам смотрю на меня, какие... Необычно, удивительно. Фактически сам ее провел. Получилось. Сразу начну историю. Пока полностью забыл. Снова вспомнил 95-м квартале, как узнать, там я в Кривороду, в Кривороду. И шла сейчас модно. Собачки такие маленькие. Шапки, одевает там капюшоны. Это очень интересно. И одна женщина проходила, спросила: «О, у вас, говорю, ее сапог не хватает». Смотрю: «Да, да, не хватает». Ну, разговорились, она взяла книгу очень смело. Вот. И потом, интересный момент, когда она уходила, была божественная, она уходит, она тянет собачку, а собачка как, ну, как статуэтка, так, двигается, вообще не шевелится. Ну, смотрю, что собака. И мы женщины весь на собаку смотрим, она: «Муся», или как она назовет, «Муся», такая: «Что с тобой?» Такая: «А», такая чпук, пристегнула, это у нее капюшон на глаза упал. И собака жила. Ни разу не видел собаку. Вот. Второе, это была, а паренек же, это в разные дни происходило, парень, они тоже на 95-м, просто и шел куда-то счастливый парень, обычно они какие-то штуки едят, такие там, Вот я спросил: «Как пирог?» Он такой: «Вкусен?» Он такой: «Да». Я говорю: «Подожди». Вот начали разговор с ним. Я говорю: «Что ты считаешь?» «Да, мне нравится то-то, то-то». Эзотерика. Я ему говорю: «Веды слышал?» «Да, веды хорошие». Я ему сразу в руки даю веду. Видишь, книга, даже веда написана. Многие люди эту книгу пишут просто за название. Ты им показываешь, бывает другую книгу. Там, да, то-то. И человек такой: «Не-н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 е-
взял им налегке, ну, начал просто взял, говорю, слушай, а сейчас, ну, говорю, марафон пропады проходит, ну, понятно, не в курсе дела был. Я говорю, давайте две книги, там, тебе благо, мне благо будет. Он говорит, ну, давай, ты классно. И дают 100 гривен пожарный, говорит, хватит, говорю, да, достаточно, спасибо, мы контакты обменялись. Потом история была, я после Санкиртана, я уже после, там, в Кривобрагу есть такое трамвай, ну, здесь поплотнее, если там под землёй ездит. Такое метро своеобразное. Я уже спускался в это метро, уходил, вот, и спускался в метро, и мимо меня такой дедушка старый, с палочкой такой, трясущийся, как обычно, ну, такой кабинет людей, они больше не берут деньги. Вот. И вот раз что-то дедушка увидел, боком зрения какой-то позыв был. И ну, я так как-то проигнорировал, там пошел дальше, сигналист еще предложил, он отказался. Я начал с трамвая ждать, трамвай был, ноги линия долго не было, обычно там часто ходят. И смотрю, это дедушка, он возвращается, это дед. Представьте, с палочкой старый дедушка, по-настоящему старого. Вот, в смысле слова. Подходит и на меня смотрит, говорит, а сынок, что за книги?
Ну, те медленно обычно выстреливают, а так медленно ты делаешь что-то. Это карма, реинкарнация. А Кришне слышали? И я такой, о, а карми есть? Он говорит, о, меня так вдохновили, вы отец о карме изучаете? Он говорит, да, да, мне нравятся эти книги. О, отец, чуть-чуть он науку. Посмотрел, полистал, спросил цену, сразу даже без разговора взял эту книгу. Отец, мы с ним потом в трамвай уехали. О, такие истории не очень вдохновляют, потому что такие люди, они ну, по виду, как бы, особенно пожилых людей, но так особо не интересуют. На центральном, против центрального стоял городского рынка. Женщина шла тоже как в шубе, и бывает, ну, я эту историю рассказывал, что именно в Киеве. Бывает, ну, такой входишь и на механике немножко предлагаешь, что здравствуйте, секундочку, подождите, секундочку, подождите. И женщина такая в шубе остановилась, такая, ну да, такая, пакеты поставила, в сумках была вся. И, ну, у нее вид был такой, видно, христианский, думаю, о, Кришна такая. Вот, и женщина такая, да, что у тебя там? Это Веда, это про Кришну. Вы слышали? Да, у меня вот такая есть, да, она такая, такая. И путешествие вдоль себя, он путешествовал себя, говорит, о, такого у меня нету. Говорю, супер, вы изучаете? Да, ну, я хотя сама христианка, но я изучаю. Говорю, вот здорово, христиане хорошие люди. Вот, я называю. Ну, все, наверное. Марафон — это удивительное время, когда происходят необычные вещи. Харе Кришна. Ходить, переезжать, когда собираешься, приезжаешь куда-то, потом снова уезжаешь, очень полезно. И это особый вкус. И, в общем, на 10 дней я запланировал свое участие в кругом зоне. И 30 декабря мы выходили после обеда. Это был второй выход. Мы слушали лекцию о том, что распространитель, он в большинстве распространяет себя. То есть лектор говорил о том, какое бы впечатление оставили на собеседника, он берет книжечку от такого энтузиастичного парня. И также он заканчивал лекцию, говоря, что на самом деле это хорошая доля успеха в распространении, но больше от того, насколько мы благодарны Шри Прабхупаде, насколько мы в настроении сострадания уходим, с чувством сделанной личной духовной практики, то есть от чистоты также. Не просто искусство вести разговор с людьми, но больше чистота она оказывает на людей впечатление. И мы вышли на площади Свободы. Освобождение. Я стоял возле метро, осознавая, что людям уже пришло время готовиться к Новому году, особо никому ничего не надо, часто пакеты в руках, значит, человека неудобно останавливать. Ну, одна женщина, так ей около 45, она, проходя, остановилась и рассказала, что муж у нее склонен к принятию ее увлечений, что ее сын уже подрос и уехал зарабатывать, и все они разделяют ее ценности, она интересуется индийскими практиками, и она особо не была склонна брать книгу, она знала, кто я, что я представляю, но из-за того, что эти духовные индийские практики говорят о жизненных обстоятельствах, которые нельзя откладывать, а надо принимать, она остановилась и сказала мне, что я поняла, что мне надо взять эту книгу у вас,
пока, ну, так сказать, впечатление о проданной книге остается в сознании присутствующих рядом. Я стараюсь предложить человеку, который видел, что у нас был позитивно закончен разговор. И вот парень какой-то проходил мимо, высокий, одет с галстуком, да, галстук был, костюмчик одет. Но оказался школьник. Он пошел поздно в школу. И заканчивал 11 класс. И он так смотрел свысока на меня, сверху смотрел на меня. Я удивлялся такому школьнику. И все казалось, что он будет брать книги. Он такой раз заинтересованный был. Взял книги в руки, взял две, смотрел на них, разговаривал. И пока он задавал вопросы, был таким интимным собеседником, какой-то парень подошел и уже обратился ко мне. Говорит, это Веда? Я говорю, да, это Веда. Говорю, сейчас мы закончим, вы подождите здесь. И он стоял и не уходил. Этот парень, высокий школьник, он не взял почему-то книги, что-то его толкнуло. Он, уйдя, передал разговор этому молодому парню. Вернее, он не молодой был, молодой шел. Этот под 40 лет, он немножко так вот, как Егор, взрос. Только еще не половину щетина этого голоса. И он рассказывал интересную историю, что жизнь ему, и это было видно по внешнему виду, не брит был слегка, так тоже одет, но все черное, похоже, чтобы меньше на внешнем виду взять внимание, не сказать. Говорит, интерес у меня пропал, я познакомился с ведами. И сейчас, хоть я столяр, не занимаюсь бизнесом, все, с глазами такие горящие. Я, говорит, вот ищу сейчас, что делать мне. И рассказал, что он из семьи баптистов. Я старший, говорит, сын семьи. С детства меня воспитывали в настроении Духа Христа. И я образец для всей семьи. Мои братья и сестры, они склонны брать пример с меня. Говорит, но буквально последние полгода я понял, что, ну, конечно, это можно кому-то так поделиться, вернее, кому-то поделиться лично, так как нас сейчас снимают и нас видят в онлайн. Не буду все детали рассказывать переданные им. Он просто сказал, что я разочаровался. И разочаровался. Так вот всю жизнь я прошлую посвятил жизни в этой культуре. Но сейчас я понял, что не туда я шел. И он взял Бхагавад Гиту. И я вдохновился, ну, его героическим подвигом. Он, будучи примером для всех своих детей, родился у родителей, которые в традиции живут, он оставил это. И мы ждем его звонка. Он хочет серьезно посвятить свою жизнь. Я ему рассказал, что в январе у нас набор на бхакти-программ. Ты можешь приехать, ну, так, присмотреться. За это время я ему рассказал, чему он должен научиться, раннему подъему, омовению, усидчивости. И читаю, говорю, книгу, с вопросами приедешь, пообщаемся, и потом, ну, примешь решение, пройдя собеседование. Вот такая была встреча 30 декабря. Но еще одно крыло моей проповеди – это не спешка, не распространение книг, а, ну, просто беседы с людьми, рассказ о том, чем я занимаюсь, вопросы, чем вы занимаетесь. И это тоже было на свободе, да? Освобождение. Там есть скверик поспокойнее кафе, память.
стоянка машин, спокойно такая. Люди приезжают в кафе к этому памятнику, и спокойные прохожие прогуливаются. Это не возле метро. И туда я вышел так просто пообщаться с людьми. И один парень проходил часто. Он такой коренастый, рослый. Выскочил он первый раз, когда видел дороже средних цен автомобиля и направлялся в какой-то офис, и я его пригласил пообщаться, и он рассказал о том, что это наша культура. Да, вот это истинно наша культура. Он рассказал о том, что у них здесь много единомышленников, которые занимаются вот возрождением истинно вот этой нашей культуры. Он сказал, что если у тебя будут какие-то вопросы, ты звони, Серега, мы готовы помочь, заняты тем, что мы всем тут помогаем. Ну, такой спортивный телосложение. Сколько я туда не выходил, еще где-то раза два мы были на этом спокойном скверике. Он все время выскакивал с машины и садился, и всегда останавливался. И он рассказывал, он делился, он изучает культуру, ну, такую ведическо-русско-украинского с криворужским характером. Там тоже у них какие-то святыни есть. И он взял календарики, раз взял, потом еще взял, и он уже раздал друзьям. Проходил еще один парень, я с ним встретился потом на 95-м, только в другом месте. Он тоже все время на улицах, чем-то занят. Такая у него кофта с капюшоном, ну, потерта сделанная такая с капюшоном, капюшон вытертый, и это так модно. Ну, в общем, он так недешево одет. И он занят тем, что он восстанавливает земли, на земле он организовывает хозяйство, у него есть какой-то скот, какие-то сельскохозяйственные земли и кафе в городе. Они восстанавливают какое-то там кафе, и оно уже работает, то есть они эти продукты перерабатывают и потом по, соответственно, дорогим ценам в этом кафе распространяют. Молочными продуктами занимаются, и вот он тоже попадался мне на глаза, знаком с преданными, готов там взаимодействовать с ними, делиться опытом, и очень ценит, говорит, вот я искал духовную традицию, мне было интересно, говорит, но я остановился в своем выборе на вас, потому что вы действительно живете не в отрыве от реальности. То есть вы и на земле показываете пример жизни, и философски очень у вас все обосновано. Ну и, конечно, практика ваша тоже не оставляет меня равнодушным. И вот он всегда, когда пробегал, он махал рукой, останавливался в своих разговорах по телефону и говорил какие-то теплые слова. Ну и последнее, что я хотел рассказать, это молодой парень, который выскочил из кафе, ну, пекарня, там кондитерские только распространяют, и он в джип Subaru садился, и я так пригласил его пообщаться, и он рассказал, что ему 22 года, он учится в Харькове на юриста, приехал сейчас к родителям. И родители, говорит, ничего, были, говорит, в Индии, да, им очень понравилось. Это не часто, бывает, что в Индии нравится. Состоятельным людям понравилось. Обычно, говорит. Но, ну, не все. Бывает такое, чаще, чем о каких-то европейских курортах и странах. Мнение, ой, в Индии.
И он сказал, что моим родителям очень понравилось, они были в Киране, они хотят еще. И я тоже бы с удовольствием поехал. Оставь мне свой контакт, пожалуйста. Так с удовольствием записал. Ну и таким ребятам людям рассказывать, что мы приглашаем в поездку. Хорошо оформлено. Он вдохновился. Вот такая была часть истории. Я, уезжая на марафон, был очень вдохновлен. Я взял 120 Шрила Прабхупад. Я хотел распространить на 120 лет, 120 книг Шрила Прабхупад и 50 Бхагавад-гит. Ну, не знаю, сколько я буду еще продолжать распространять. Буду ли я не смог их все распространить. Но сама попытка наверняка понравилась Шриле Прабхупаде. Он рекомендовал, даже если ты не выбираешь сражение, иди на большого зверя, носорога, да, носорога. Даже если ты не выбираешь, это славно будет, это будет славно. Но сам выезд, он очень положительно сказывается. Я вернулся обновленным, все гешеры пробовал, пшеничная кашка, ну и так далее. Харе Кришна, преданные. Это был мой первый марафон. Рива! И вообще, наверное, первое такое нормальное распространение книг, такое стабильное. Может быть, я там до этого ходил как-то один раз. Но это было такое погружение. Я расскажу одну историю, которая произошла еще до марафона, до декабря, она очень интересна. Это была харинама, я обратился к женщине с ребенком. Говорит, ну как вам впечатление, харинама, да, здорово. Говорю, а мы вот культуру распространяем, хотим, чтобы меньше насилия, агрессии было в мире. И вот сегодня мы с этим людям книги показываем. Вы к книгам как относитесь? Ну, там нормально. Или можно я вам покажу? Показываю путешествие вглубь себя. Здесь описывается там законы кармы, реинкарнации. Знаете, что не один раз живем. А, там, я не помню, что она ответила, но ребенок так очень вдохновился. Говорит, да, серьезно, не один раз живем. Я говорю, да. Он говорит, а я так дедушке и говорил. А он говорит, ему там около 10 лет, он говорит, когда мне 4 годика было, я дедушке говорил, что мы не один раз живем. А он мне говорил, что один раз. Они там спорили. Я говорю, а откуда, почему ты ему так говорил, что мы не один раз живем? Он сказал, что, ну, я так думал. Я говорю, ну, видите, вот у тебя понимание с прошлой жизни, я говорю, вот как раз мудреца воспитать, возьмите книгу, я ей предлагал, но она так и не взяла. Потом мы опять, ну, дальше идем, мы просто в одном направлении шли, и мы дальше почему-то разговаривали, и я так периодически предлагал книгу, и один раз я так протягиваю, ну, возьмите, просто что-то пожертвовать, я даже не говорю, просто пожертвовать, говорю, возьмите книгу, вот, в общем, у вас разумный мальчик, вырастет мудрец. Она говорит, не-не-не, я так протягивал. И этот мальчик стоял между мной и этой женщиной, и книга, он так перед его глазами так оказалась. Он так смотрит, а сколько надо стоить? Я говорю, за пожертвование, но она так и не взяла. Но после этого я еще вспомнил одну историю очень интересную с Матаджи Кришнанайки. Она как-то раз давала лекцию, и в зале одна девушка подняла руку и рассказала историю. Она говорит, что однажды в детстве какой-то санкиртанчик тоже предлагал моей маме книги. Ну, мама тоже не взяла. Но я очень запомнила, что изображено на этой книге. Это у меня такое впечатление глубокое осталось. И когда она соприкоснулась с этими книгами, с этим движением опять, то она уже стала преданной, и она уже сидит в зале. В саре и рассказывает Матаджи Кришнанайки, говорит, это вы подходили к моей маме. Вот такая интересная история.
Да, посмотрим. Мы были в гостинице, наша выездная группа, я, ваш брат, Ваня Клёвон. Я смотрел часто, так, для вдохновения, видео называется «Сампирт на свежий документ», которая состоит, 3 часа она длится и состоит из просто клипов, как я жду Кумар, я так смотрел и просто впитывал в себя все, что он говорит людям, как он себя ведет. И половина того, что, или даже больше того, что я говорил людям, это вот там фразы Кришна Кумар. И одна из таких фраз сработала с христианином. Ну не фраз, как бы, эти фразы, они просто выражают, ну как бы, я, например, если не могу выразиться правильно, то вот эти фразы, они уже готовы, они просто отражают, как бы, то, что я хочу донести человеку. И одного мужчину остановил, там, мужчина, простите, спросить можно, он остановился, я говорю, вот мы там культуру развиваем, привет, и слышали? Он говорит, да, я слышал, но я христианин. Я говорю, о, здорово, это, я говорю, вот как раз цель этих книг, это вдохновить человека развивать отношения с Богом. Я говорю, что мудрецы, они во всем ищут не различия, а во всем ищут единство, во всем сходство ищут. И цель религии любой, это полюбить Бога. И он такой, ну да, совсем соглашался, в общем, вдохновился, взял книгу, и он дал совершенные вопросы. Он достает визитку, говорит, я тут, в общем, участковый, если что, обращайся. Такой добрый дядь. В общем, таким образом, я у него спрашивал, как бы, говорю, новую Библию, наверное, изучать. Он говорит, да, да. Я говорю, а в какую церковь ходите? Он говорит, да, тут какая-то церковь. Они как бы, люди в Виннице, так много тех, кто христиане, много христиан, они как бы, они не вешают на себя ярлыки, там, что я там протестант, там я свидетель Иеговы. Они просто говорят, да я вот в эту нашу церковь хожу, там они как бы, сильно как бы, не погружаются в то, что как бы в ярлыки какие-то вешают. Вот. И еще одна история, которая просто произошла в первых числах января, тоже не марафон, но все равно интересно, я остановил девушку, одну студентку, и начал предлагать ей книгу. Она говорит, ой, не-не-не, я это не приветствую, я это не люблю. Я говорю, а что вы не приветствуете, что вы не можете? Она говорит, ну мне не нравится то, что там люди ходят, навязывают что-то там. Если кому-то что-то нужно, то он сам придет и возьмет или узнает. А я говорю, ну, а почему ребенку тогда навязывают, там, что в школу надо ходить, там, что работы надо, там, что такая раз задумалась. Мы начали с ней разговаривать. Я говорю, в этой книге там законы кармы, реинкарнация описываются. Она там начала задавать вопросы, там, а почему там с хорошими людьми они там хорошо поступают, добрые поступки совершают, и с ними что-то плохое совершается, а кто-то там вообще негодяй какой-то, и он, и с ним ничего плохого не случается. Я говорю, ну этот закон кармы действует не в течение одной жизни, а растягивается не несколько жизней, начала объяснять, и она так начала, в общем, задавать углубляющие вопросы, задавала, я отвечал, в итоге вдохновилась, взяла книгу, там, просто что пожертвовала. Мы так долго с ней стояли, обсуждали, и сначала она была как бы, вообще не настроена, говорит, а не, мне не нравится, ничего не хочу, говорит, я спешу вообще, но в итоге она взяла книгу, такая история, и интересная тоже история была, я вспомнил двух парней, студенты идут. Я ему говорю, о, парни, привет, там, а вы студент или школьник? Он говорит, да вы студент. Я говорю, о, здорово, а на кого учитесь? На программистов. Я говорю, о, класс, золотые мозги, мы как раз к разумным людям обращаемся. Я говорю, а вы учитесь это так, чисто для работы или вам нравится?
Они говорят, да, для работы. Говорю, а ну вообще по жизни чем хотите заниматься? Ну, не знаю, там. Говорю, еще не определились. Они говорят, ну да. Говорю, ну вот как раз сегодня для ищущих людей книги показываю. Вы книгам, говорю, кто из вас больше всего читает? Один на лучках стоял. Говорит, ну я, наверное. Я ему достаю ему одну книгу, я достаю вторую книгу его другу. И начинаю рассказывать там пару слов о этой книге, о той книге. Там. Говорю, что незаконный карма, реинкарнация. Говорю, вот цель книги — это развитие личности. Как-то внутренне развивайтесь. Ну, там, нет, или да, я не помню, что они ответили, но как-то конкретно в таком мире нужно внутренне развиваться. Говорю, вот как раз вы молодые, вам нужно, в общем, вы там еще не определились в жизни, вот эти книги как раз, чтобы у вас был внутренний стержень. Они такие стояли, слушали, я им рассказывал. Говорил, что ну, благотворительная ценность этих книг, там, такая-то, такая-то. И пожертвуйте просто что от сердца. Вы не коммерсанты, не ради денег, а ради идей. И один такой достает деньги, такой смотрит, что у него в кошельке. Поднимает глаза на своего друга. Ну что, будем развиваться. Дает мне пожертвование. Они там, кстати, уходят, давайте удачи. Ну там, они, в общем, счастливы, пришли довольны. И одна тоже интересная история. Мы встретили Югешу Рабрабу на улице. Мы когда уже в Кривом Роге были. Сначала были в Югешу, потом в Кривом Роге. Югешу Рабрабу подходит и говорит, ну что, вы помните о Кришне? Я так подумал, я не помню о Кришне. И удивился, как это так интересно. Я на Санкиртане распространяю книги, там, рассказываю людям, а о Кришне не помню. И он сказал, ну, надо помнить, там, вдохновилась. Я подумал, такой, ну, действительно, надо так и делать. И начал медитировать на то, что это для удовлетворения Кришны, для удовлетворения Шивапады. Стал, ну, таким внутренним настроением. И там я стоял, дорога такая, тротуар. Я на одной стороне стоял, и какой-то парень проходит на другой стороне, я ему так еще так сдалека. Говорю, о, парень, ну, привет, а ты школьник или студент? Он говорит, так остановился, я к нему подхожу, он бок, он ему так смотрит, еще высокий такой. И говорит, а что такое? Он говорит, да, я просто сегодня с людьми общаюсь, йогой занимаюсь, вот, культуру развиваю там. Он говорит, да я вообще-то спешу. Я говорю, ну, я два слова скажу. Он говорит, да, дай визитку, мне надо идти, мне не сильно интересно. Я не хотел что-то визитку давать. Думал, что ну это так, он выкинет визитку, она не нужна. Я так достаю книгу, говорю, вот здесь есть наши адреса. Здесь по закону кармы реинкарнации Христа, мы их за пожертвования распространяем. Пару слов так быстренько сказал за книгу. Я такой говорю, возьми, вот здесь наши адреса есть, почитаешь на досуге, и как раз если что, придешь. И он так все время боком у меня стоял, он меня смотрел, и все время так был готов уже принуться идти. И я ему так книгу перед ним так поставил, он взял. Говорю, ну пожертвуй что-то от сердца. И он раз начинает лезть, и обычно люди иногда, я так говорю, людям говорю, вот мы книги печатаем, людям даем, людей просто просим, собираем пожертвовать. А они иногда не связывают, что именно книга за пожертвование. Они думают, книги раздаем, а пожертвования, типа, ну, кто даст, кто не даст, мы собираем просто. Они иногда не связывают. И вот предупреждая такую ситуацию, я ему говорю, просто пожертвуй, что от сердца. Он начинает лезть за деньгами. И чтобы он там, как бы, нормально пожертвовал, там, чтобы он вообще ориентировался, вообще, о чем идет речь. Я говорю, ну, студенты там обычно 20-30 гривен дают. Он такой, выставка. Ну, я тебе полтиш дам. Я удивился и понял, что это могущество медитации на то, что мы медитируем на удовлетворение Кришны и Шрилы Прабхупады, когда внутреннее такое настроение есть, то происходят какие-то необычные вещи.
чтобы он сначала вообще не был настроен, говорит, да я спешу, там мне неинтересно, да я визит в Казахстан, просто пункт. И в итоге взял книгу там. Я вообще не пожертвовал. Я ему дал подарок, говорю, ну, держи от меня подарок. Ну, вот. Я хранился и пошел. И одна интересная тоже история, короткая. Я с моим мужчиной говорю, культуру развивал, слышали что-то про веды. Говорит, аюрведа, да, слышал. Ну, аюрведа – это наука о здоровье, а веда переводится как знание. Он такой задумался, говорит, ну да, ведать – значит знать. Я говорю, вот как раз ведическое знание. Он очень тоже вдохновился, еще пожертвование дал. Да. Ну, такие интересные люди попадают. Нам нужно просто, это, я не помню где, но я слышал, что уже семена какие-то у людей есть, то есть у них заложено какое-то семя, есть потенциал, как бы они уже знают про веды, про карму, реинкарнацию, то, что говорил Вишнукумар, и нам нужно просто как бы, сделать такое со своей стороны. Какое-то движение, чтобы просто вот это вот семя, которое у них заложено, у них уже есть этот потенциал, просто когда они соприкасаются с этими вещами, они еще больше заинтересовываются, углубляются, становятся бедными. И так и становятся успешны. И таких людей много, по улице ходят. И один мне такой попался, последний историю я скажу. Интересно очень. Я остановил мужчину, говорю, там вот мы культуру развивали, да веды что-то слышали? Он говорит, да, слышал. Я говорю, о, откуда, не синий секрет. Он говорит, да я на семинаре был, говорю, на семинаре каком? Он говорит, ну по предназначению, там его дают. Руслан Голуб, знаете, кто это такой? Я говорю, я не знал. Ну, я действительно не знал, что это Рамаков там. Я знал, что это Руслан Голуб, я не знал, что это фамилия. И я говорю, не знаю. Я подумал, он так говорит, как будто, знаете, кто это такой? Как будто это какая-то знаменитая личность. Я говорю, да нет, я сам с Днепра, как бы не местный. Он говорит, ну он тоже с Днепра. Я говорю, ну не знаю, кто это такой. Потом мы дальше разговариваем. Я начинаю так подозревать, кто это. Я говорю, а сколько ему лет, как он выглядит? Он говорит, ну там столько-то лет, он такой лысенький. Я говорю, и я так в ходе разговора, я понял, что это Рамарупа пробовал. Там, вы ищете свое предназначение? Он говорит, да. Веды изучаю там. Я говорю, вот как раз ведическое знание. Рассказал ему про книгу, он так очень вдохновился, у него денег с собой не было. Мы пошли, он говорит, идем, я сниму из банкомата. Мы пошли, я у него начал спрашивать, чем он по жизни занимается. И потом подошел Паша, ну мы там с ним долго стояли, общались, он был очень вдохновлен, я тоже. И потом Паша увидел, что мы там долго что-то стоим, общаемся, ему, наверное, стало интересно, он подошел. И стал рядом, сначала просто слушал, потом пошел в диалог с нами, и Паша Прабу говорит, что знаете Радханат Махараджа? Он говорит, да. Говорит, вот это, я спрашиваю его, ну, там, мужчина, вы читали «Путешествие дома»? Он говорит, да. Говорит, вот это Радханат Махарадж, автор этой книги, это духовный учитель Рамарупы. Он уже узнал, что его Рамарупа, мы ему рассказали, он говорит, да, да. И он, когда я ему это сказал, что духовный учитель Рамарупы, он говорит, да, что? Так. Вдохновился, удивился, что как бы, такой великий человек, ученик такого великого человека, ему давал какой-то там семинар по предназначению. И он такой очень вдохновлен вышел. Мы его приглашали на Новый год, на праздновать Нового года в храме.
Thank you.